Итак, дорогие друзья, сегодня я отправляюсь на студию звукозаписи «Вышка». Я только проснулся, время 7 часов утра. Сейчас я отправляюсь в душ, завтракать и на автовокзал, на автобус. Давайте же проживем этот день вместе. Извините, что я такой сонный. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а мы начинаем. Итак, дамы и господа, я немножко сонный, и чтобы проснуться, я решил сходить в душ. Такой день сегодня интересный будет. Я вот это чувствую. Чувствую, что сегодня будет интересный день. Вот так, дамы и господа, я теперь выгляжу. Вот такой бомбер рэперский. Цепочка. Очечки. Армия России. Все, я настоящий фреш American boy. И сейчас мы поедем на автовокзал, сядем на автобус и поедем в город Екатеринбург. Мы едем вместе с сестрой. В общем, мы приехали в Екатеринбург, у нас тут дождики. Мы прям вышли из автобуса, и тут же пошел дождь очень сильный. Мы уже немножко промокли все. Дай-ка люксюри. Вот, сейчас мы идем до Бургер Кинга. Покушаем и поедем на то самое место. Бургер Кинге. Так, что бы нам выбрать? Что ты хочешь? Все мокрые просто, до безобразия мокрые, да? Ну, она не очень мокрая, я прям вообще мокрый. Так, у нас получается остренький фреш-бургер, воппер и картошечка, еще кола. Это все вышло в 500 рублей. Я считаю, это что, дорого немножко. Ну, что думаешь, лучше было бы купить две шаурмы вместо этого всего, да? Бургер Кинг говно? Улица Большакова. Итак, дорогие друзья, мы находимся в автобусе. Следующая остановка. Цирк. В цирке идем. Может ему реально дать 10 евро? Давай. У меня есть 10 евро. Итак, мы уже почти у места. Вот осталось дойти буквально 20 метров до их офиса, подняться на какой-то там этаж и зайти в какой-то там кабинет офис. Настал тот час, время у нас сколько? Сколько время у нас? А, без 10:05. У нас еще получается где-то минут 40 есть. Я не знаю, подождем, может быть, на первом этаже. Через 10 минут, начало всего. Посмотрим, что это будет. Если? Ну нет. Погромче говори, пожалуйста. У меня болит жопа после 4 часов на автобусе. Поняли. Можно вести видеосъемку, да? Что мы будем делать, чем мы будем сейчас заниматься? Говорить нужно будет в центр микрофона. Добрый день. Меня зовут Марина. Работаю на хлебокомбинате «Упаковщик хлеба». Что меня больше всего заинтересовало, мне интересно все. Я люблю все новое. Начинать по полю летит. Кар у Клары, Клар украл кораллы. А Клара украла. У Карла украла кларнет. В Екатеринбурге 19:00.
Всем привет! Как всегда на высоте я, Марина Мангалеева. Погода может быть переменчивой, но у нас в эфире все стабильно, только топовая музыка. На очереди много хитов, а начинаем час вместе с нашим музыкальным философом, певицей Ёлкой. Грею счастье прямо сейчас в эфире «Радио Вышка». Здравствуйте, как меня зовут? Это очень интересный вопрос. Меня зовут Никита Потанин. Я никем не работаю, учусь в Талицком лесотехническом колледже имени Кузнецова на по профессии плотник, мастер стекольных и паркетных работ. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. От топота копыт пыль по полю летит. Вот. Понял. Поехали. Ой, Нью-Йорк, Марти! Сюрприз! Глория, ты у нас статуя свободы! Санкт-Петербург, я привлекаю, детка! Мелман, а ты у нас Бруклинский мост! Ну, вообще я мост-драйвер! Ух ты, вы сами все это сделали? Да, по памяти, полный навязчивых воспоминаний! В поисках новой музыки представляем новый алгоритм приложения ВКонтакт Музыка. Он находит людей, с которыми твой вкус совпадает, например, на 82% или на 89% и даже на 96%. В их плейлистах ты точно найдешь новую музыку, которая тебе понравится. Слушайте друг друга и открывайте новое ВК-музыка. В Екатеринбурге 19:00. Всем привет! Как всегда, на высоте Никита Потанин. Погода может быть переменчивой, но у нас в эфире все стабильно. Только топовая музыка. На очереди много хитов. А начинаем час вместе с нашим музыкальным философом, певицей Ёлкой. Грею счастье. Прямо сейчас в эфире «Радио Вышка». Короче, аудиторию свою напугал в ВКонтактике, в группе и в Телеграм-канале, то, что я, типа, что-то на радио делаю. И такие все, наверное, в шоке. Чего? Как? А я на кастинге, короче. Вот. Возможно, буду озвучивать рекламу. Итак, мы закончили все. Только что вышли. У меня немножко подкашиваются ноги. Хотя, я бы не сказал, что я боюсь сцены, а тем более людей. Не знаю. Может, переволновался немножко. Сейчас мы идем на набережную в городе Екатеринбург. И на этой чудесной ноте, на этой красивой набережной, я бы хотел бы закончить этот ролик. Я надеюсь, вам понравился этот день, прожитый со мной. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой YouTube-канал, на мою группу ВКонтакте. На мою страничку в Одноклассниках. Обязательно тоже подписывайтесь. Всем удачи, всем пока. Пишите комментарии.